улице шел снег и дул пронизывающий ветер. Люди шагали быстро, подняв воротники. Только отец с сыном, казалось, никуда не торопятся. Вдруг мальчик увидел в окне огонек и спросил: «Папа, что это там? Почему люди ставят свечи на окна? Ведь сегодня нет никакого праздника». «О, это целая история. Обычай нашего города». «Папа, расскажи, я люблю истории». «Ты совсем еще малыш и, наверное, еще не знаешь, что такое война». «Не совсем». «Когда враг желает захватить наш город, то жители посылают лучших сыновей для защиты города. Семьи, которые отправили своих сыновей, зажигают свечу на окне. Так они думают о своем сыне». Мальчик внимательно осмотрелся и увидел на других окнах тоже свечи. «Папа, смотри, там еще одна свеча. И там, и здесь, и на другой стороне. А там ни одной. А там целых две. У них, наверное, два сына на войне». Отец с сыном шли молча. Отец думал о том, придется ли ему однажды тоже поставить свечу на окно. Что будет с его сыном, который дороже всего на свете? «Папа, смотри, смотри туда вверх. Там еще одна свеча. Почему одна звезда такая яркая?» «Если ты хочешь, я расскажу, почему в небе горит эта яркая звезда». «Конечно хочу». «Ты знаешь, что Бог сотворил человека, но человек согрешил и был отделен от Бога. Но Бог любит людей и думал, как их спасти. Поэтому 2000 лет назад зажглась на небе яркая звезда, которая обозначала то, что Бог послал своего Сына на землю, чтобы спасти людей от их грехов. Ходя по земле, Иисус сделал очень много доброго. Он учил людей любить Бога. Христос отдал свою жизнь на Голгофском кресте за наши грехи. Таким образом, мы имеем спасение и прощение грехов через Иисуса Христа». «Спасибо тебе, Бог, за твоего сына Иисуса. Теперь, когда я лежу в небе звезд, я буду вспоминать об этом большом подарке от Бога для всех нас». С того времени, когда мальчик беседовал с отцом, прошло много лет. Свечи, которые были зажжены в честь своих сыновей, ушедших на войну, потухли. Но никто никогда не способен погасить свет той звезды, которая горит на Божьем окне в честь Иисуса Христа, который принес всем людям спасение. И если ты не открыл для себя этой великой тайны, еще есть время.